Да, дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья! И мы продолжаем играть в Майнкрафт на острове Выживания. И наш полканчик нашелся, и он привел еще подружку. Полкаша, ты нашел себе подружку? Ах, в прошлой серии я потерял полкан. Но я его нашел. Он сидел здесь. Прибежал, то есть, не знаю, где он был, где он гулял. Короче, он привел еще с собой подругу. Вот она, волчица. Ну, волчица она такая. Где она, подожди. Вот она неприрученная волчица. Полкашка привел. Полкашка, ты что творишь? Ну, хулиган, а? Хулиган. Так, ну что ж, ладно, смотрите, ребята. Так, что же я здесь хотел сделать? Сейчас, подожди. Сейчас посмотрим. Так, здесь я кое-что нашел интересное. Так, подожди, а где у меня... А, вот все. Здесь я нашел интересное очень место. Я сейчас покажу. Сейчас я поем немножечко. Так. Есть. Полкаша, пошли. Пошли, полкаша, со мной. Я тебе покажу, какое место интересное я нашел. Вот. Я, короче, откопал вот здесь немножко пещерку. Захожу, а смотрю, а здесь домик такой, от криперов. Здесь надо будет дверь, кстати, поставить, будет вообще замечательно. И здесь, вот если посмотреть на табличку вот сюда поближе, вот здесь написано Diamond Level. Diamond Level, то есть уровень алмазов, алмазный уровень. Так, да, берем нашу алмазную кирку и сейчас посмотрим, правда это или нет, что это алмазный уровень. Так, сейчас попробуем. Так, посмотрим. Так, ничего нету. Так. Сейчас будем раскапывать. Не знаю, глубоко или не глубоко будет это место. Так. Вы слышите какие-то звуки? Ага. О, что там? Подожди, подожди. А, нет, смотри. Нифига себе, что там творится. Смотри. Так, он добрый или злой? Нифига там, смотри, что творится. Так, понял. Я все понял. Поэтому... Блин, мне, знаешь, что надо было? Мне надо было лестницу сделать. Но у меня мало палочек. Так, а ну-ка, быстренько я сейчас вернусь назад. Сделаю лестницу. Так, мне нужно. Так, давай возьмем булыжника немножко. Мне нужно лестницу сделать. Так. А у меня здесь есть дерево. И мне надо будет еще взять полкана. Что там эти самые скелетики. И еще мне надо будет, смотри, добыть угля. Знаешь для чего? Сделать нужно будет свечки. Так. Не знаю, можно. Да, можно. Уровень высокий, в принципе, нормально. Сейчас соберем немножечко угля. Так. И сделаем факел. Факел нужен. Полкаша, ты со мной пойдешь, понял? Потому что там опасно будет мне там сходить. Там скелеты. Ты мне поможешь. Так, подожди. У меня где-то было много дерева. Вот у нас. Так. Так, сейчас быстренько поедим. Так. Где топор мой? Вот он у нас топорчик. Мне нужно сделать, естественно, эти самые какие-то пожимы. Лестницу надо будет сделать. Поэтому мне нужно добыть немножечко вот этого всего интересного. Солнце на закат идет. Это очень плохо. Так. У меня вот еще дерево есть. Так, быстренько сейчас делаем. Делаем. Значит, мне нужно будет факел. Так, факел 32 штуки, нормально. Так, мне надо будет сделать, естественно, палочки. Так, и делаем лестницу. Так, получилось у нас сколько лестниц? 15. Я думаю, хватит. И сейчас мы пойдем еще возьмем вот это. Немножко соберем. Это что-то у нас здесь стоит. Непонятно что. Зачем оно здесь. Тоже. На всякий случай пригодится нам вот это вот деревяшки. Так, прям ночь наступает очень быстро, но мы сделаем умно. Мы поспим.
Сразу же. Чтобы на... А хотя подождем, подождем, пока скелеты все проявятся. И поспим, и они сгорят, и мы получим много кусточек. Да, это будет хорошо. Так, а давай, знаешь, вот факел надо было туда ставить. Факела. Блин. Еще надо же спать, спать, успеть лечь. На, раз, два, три. Есть, молодец, спасибо, полкан. Вот, видишь, они откуда идут? Непонятно откуда. Там, хотя факела же горят. Так, сейчас быстренько мы, значит, поспим. Успеем, не успеем, не знаю. Эх, я думаю, нужно успеть. О, успели, все, смотри, как рядом они были. Как рядом были эти вот зомбаки. Так, все, они сейчас у нас погибнут быстренько. О, есть один. Так, и второго ждем. Есть и второй. Хорошо. Так, а там я видел скелетики. Скелетики мне нужны, чтобы взять косточки нашим друзьям. У нас же еще подруга есть. Так. О, они на мусоре скелет сидит. О, книги. Крипер, убегай. Крипер вот мне не нужен, он все взрывает. Поэтому я... О, друг Андермен. Слушай, мне он нужен. Ох, нифига, ты появился как рядом. Быстренько, давай, полкан, давай его убивай. Так, ничего, возрождаемся быстро. Где меч, блин, меч? Давай, полкаш, полкаш, давай, убивай. Эндермен, Эндермен, Эндермен. Yes. Так, звуки от Эндермена еще есть. Но самого Эндермена нет. Да, звуки были неприятные. Так, ну мне нужно в ту сторону пойти. Так, я надеюсь, меня крипер не заметит. Я быстренько трыщ, 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 трыщ. А, гад, заметил. Так. Так, ты что здесь делаешь? Привет. О нет, как так? Крипер какой-то вонючий. Взорвись, нафиг еще. А, знаешь, что мне надо вот сюда, где вода? Заметил воду. Блин, что же делать-то, а? На! Сейчас зарется, нет? На! Короче, ударяем по криперу и убегаем. Есть. Все, мы его убили. О, косточки. Так, курочка, не стой рядом с лавой, друг. Ты торговаться не хочешь так же, да? Так, а теперь быстренько вот это убьем. О, ой, что-то узлой какой-то стал, нет? Глаза какие-то красные, смотри. Эй, эй, ты чё, волчица? Где на меня не нападай? Внутри. А, ты чё, волчицу убил? Слушай, полкаша. Да ты меня так защищаешь хорошо, что ты даже убил свою подружку. Ну ладно. Эх. Пошли, полкаша, тогда. Мы с тобой только остались два друга. Эх, пойдем сейчас в то подземелье. И посмотрим, что там есть интересного. У меня есть лестница. У меня есть меч, который скоро сломается, я смотрю. Так, ладно. Так. А ну. Знаешь, что я сделаю сейчас? Мне нужно... Я новый сейчас меч сделаю. Мне посоветовали сделать каменный меч. Каменный. Потому что сказали, что друг, у тебя железа мало, поэтому сделай каменный. Конечно, я сделаю каменный. Так, полкан, ты где? Все, пошли, давай, друг. Так, все, сейчас уберем отсюда булыжничек. Так, и лестницу нашу поставим. Полкаша, пошли со мной, ты что там гуляешь? А, он, наверное, не может по лестнице спуститься. Ну ладно, придется мне в одного идти. Ух ты, смотри, как интересно тут получается. Ух ты, так, а ну-ка, свет есть. Сейчас мы наставим побольше света. Вот так вот, да? Ух ты, там крипер, криперы бегают. Смотри, а чё они взорвались-то? Прикинь, а где эти какие-то скелеты? Вот. О нет, о нет, нет, нет. Блин, чё случилось-то, а? Крипер взорвался, гад. Так, вот куда. Куда бежать? Вот сюда. Так, полкаша, давай сиди, сесть.
О, нифига себе, крипер все взорвал, офигеть. Так, бегом, бежим назад. Так, берем меч. Давай пока железо, пока он у меня еще есть. Так, быстрее бежим. И там еще крипер есть. Опа. Есть, все взорвал. Это я так избавляюсь от мобов, да? Нормально, да? Подбежал, взорвал. Так, беги, бежим, бежим, бежим. Так. Ух ты, нифига. Подожди, ты видишь там? Ты это видел? На тебе, на гад. Блин, меч сломался, так, все. Ну, все, мы на месте. Так, а как же нам потом отсюда лестница, да? Опа, а ну-ка, если с разбегу прыгать. Нет, нифига, смотри. Так не получается запрыгнуть. Ну, ничего страшного. Так, ну-ка, где? О, нормально. Так, подожди. Вот. Так, и здесь мне надо будет еще тоже так построить. Вот так. Все нормально, все получается, все хорошо, все замечательно. Так, ну что ж, добываем наш волшебный изумруд. Так. Алмазик, есть один алмазик. Один, два, три и четыре. Так, ну я думаю, больше алмазов здесь нет. Так, ну сейчас для любопытства сейчас немножечко посмотрим. Не, вряд ли здесь что-то будет. Да. Здесь больше нет алмазов. Ну и настолько, и столько тоже спасибо. Так, прыгаем. Да. Все, теперь можно наружу идти. Наружу, наружу. Так, все. Здесь мы это все закроем аккуратненько, чтобы не свалиться. Так, и теперь мне нужно будет пойти и посмотреть. У меня здесь есть еще кое-что интересное. Так, быстренько, быстренько. Заходим сюда в сундучок. И оставляем наши алмазы. Четыре алмаза. Ну, в принципе, алмазики, это очень здорово. Так что, ребятушки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.